разумеется, я дикарад, и это все было очень неожиданно, очень приятно, конечно, потому что, ну, я думаю, никто не работает для того, чтобы в какой-то момент получить премию. По крайней мере, я все это делал для того, чтобы просто быть довольным самому и чтобы, самое главное, были довольны зрители. А там как же все это оценят, как оценят мою работу специалисты, это уже дело десятое. Ну вот оценили так, и я, конечно же, дико благодарен всем тем, кто мне в свое время очень помогал. Родная телекомпания ГТРК Красноярск, где я вообще начинал свой путь на телевидении, телеканал «Россия-2», потом, когда я переехал в Москву, телеканал «Матч ТВ», где я тружусь сейчас, собственно, являюсь сотрудником, которого получил награду и стал лучшим, прости господи, репортером страны. Это все очень и очень мощно, но я стараюсь не придавать этому особого значения, потому что вот прямо сейчас я уже стою в аэропорту Шереметьево, и через 40 минут у меня вылет в Штутгарт на чемпионат мира по спортивной гимнастике. В первые 3 дня я буду вообще не выходить из номера, потому что нужно будет смонтировать большой спецреп про наших гимнастов. Надо будет сделать это настолько круто, чтобы ни у кого из тех, кто знает о том, что стал победителем церемонии ТЭФИ, после того, как не выходит мой спецреп, не осталось вопросов, почему именно я выиграл. А после такой вообще-то награды работать становится несколько тяжелее. Вот, но... Ну, классно. Не могу сказать, что я счастлив, потому что счастье в другом. Счастье в том, что я пришел на церемонию со своей семьей, со своей женой Станей, с сыном, с Ромой, вместе с ним поднялся на сцену. Вот благодаря этому я счастлив. Благодаря тому, что я люблю свою работу и могу ее делать так, как я хочу, я тоже счастлив. Что премию дали, это просто классно. Вот.